Хей-йоу, уважаемые друзья, здравствуйте всем, с вами я, Маклаксун, ребята, добро всем пожаловать на этот видосик новенький на моем канале по игрушечке Geometry Dash. Дорогие друзья, всем сразу приятного просмотра, возможно, кому-то приятного аппетита. Не забывайте поддерживать серички, как всегда, лайком, подписочкой на канал, если вы здесь впервые, ребята. Давайте будем, не теряя времени, начинать. В прошлой серии я, ребята, прошел уровень, который называется, давайте сейчас я его найду, мы его посмотрим. Так, Geometrical Dominator, вот этот вот уровень я, ребята, прошел в прошлой серии, после долгого перерыва, после того, как я пропал на неделю, потому что я болел. И в прошлой же той же серии мы с вами взялись за уровень Finger Dash, и я даже осилил его на 77%. Сегодня, честно говоря, хотелось бы суметь пройти этот уровень, ребята. Сегодня я буду стараться, пытаться сделать это. Ну, посмотрим, как получится. Ну, чё же, погнали. Давайте первую попытку, ребят, сделаем просто вот такую, без практики. Я попытаюсь сейчас сразу же сходу просто вспомнить, что здесь в этом уровне. Так, ага. Слушайте, блин, опять, когда несколько дней не играл, опять, блин, я говорю, в этой игре вообще... Ай, блин, слишком рано. В этой игре вообще нельзя, ребята, отдыхать. Тут надо день за днем реально херачить, ебашить просто, чтобы не выйти из этого тонуса, понимаете? Так, ну ладно, пока нормально. Примерно я этот уровень помню, потому что мы в прошлой серии его с вами смотрели. Но там есть моментики. Блять, да чё же я опять сильно, слишком рано, ребят, зажимаю. Ударяюсь об стрелочку об эту. Ой, вот себе об стрелочку, об шипы. Надо немножечко дать кубику упасть пониже. И тогда можно уже зажимать. И все будет нормально. Так, давайте. Во, вот так, нормально. Так. Так, припоминаю, ага. Так, тут сейчас много прыжков. Так, вот тут сейчас что-то вот, что-то где-то я вот обосрался, что-то не то сделал. Ну, ребят, в любом случае я сейчас пойду в практику. Вот, потому что мне на этом уровне надо, во-первых, сейчас вспомнить, да, вот этот, всю эту дистанцию до... Давайте сразу в практику. Всю эту дистанцию вспомнить до 77%. Ну, и, конечно же, хорошенько оттренировать стрелочку. Волну, ребят, не знаю, вы все время меня говорите, что почему ты называешь неправильно, вы говорите, что это волна, я знаю, что это волна и что так правильно, ну блин, ребят, я просто привык называть ее стрелочкой, мне так удобнее, так что все, я надеюсь, что мы эту тему с вами уже закрыли и не будет никаких лишних, так сказать, вопросов ко мне. Так, хорошо, проходим этот моментик. О, точно, тут же вот этот вот хер. Так, ну ладно, здесь вроде не так все сложно. Так, эту ракету я помню. Сейчас мы падаем тут вниз, тут снова вверх, тут снова вниз. Хорошо. А, так, точно. Так, там надо взлететь немножечко повыше. Сейчас, ребят, давайте один раз, как обычно в практике, этот уровень с вами проходим вместе. И потом я иду один его пытаться осилить. Ну, точнее, до 77%. Так, вот. Вот где, ребят, я буду тупить. Вот на вот этой вот стрелочке, да. Да. На этой супер-пупер волне. Вот, блин, вот в этом вот моменте, ребят. Давайте я сейчас, подождите, я уберу здесь авточекпоинт. Вот так вот делаем. Блин. Вроде даже там еще понятно, но все, меня сбивает вот это вот... Блин, я не знаю, как это назвать. А, и тут же еще этот. Ладно, давайте вот как сделаем, ребят. Я сейчас убираю чекпоинты вот до вот этого вот момента, да. И я должен здесь буду отточить этот момент хорошенечко, чтобы проходить его, ну, прям чуть ли не раз за разом. Сами понимаете, что это точно необходимо, чтобы я уже во время прохождения не тупил. Ну, вы сами видите, да, собственно, что происходит. Так что, ребят, сейчас буду тренироваться, давайте, чтобы, как обычно, тут это не растягивать, да, это сильно все дело, тем более мы этот уровень с вами смотрели еще в прошлой серии. Наша задача сейчас одолеть вот это вот место. Ну и все, что будет дальше до конца, я сейчас тоже немножечко отточу, подучу. Надеюсь, что получится. Все, я погнал тренироваться, увидимся с вами уже на попытках пройти этот уровень. Все, ребят, я погнал, сейчас давайте
вот так вот с вами. Не, ну слушайте, смотрите, вроде немножечко подучился, да, уже вот сейчас при вас сразу. Ладно, все, я погнал. Ну что, ребятушки, я предпринял несколько попыток, как всегда. Ну и что я могу сказать? Умираем в самом начале? Нет. Остается просто пытаться. Пытаться пройти, да, и ничего другого. Но, ребят, там вот дальше реально, после тех самых 77%, уровень пипец как ускоряется. Там еще больше надо концентрироваться. И там уже нету времени вот как здесь поболтать, да, что-то отвлечься. Тут я, как обычно, на этой фигне почему-то начинаю тупить. Поэтому, ребят, пройти этот уровень у нас только один путь, это делать это молча. Поэтому, когда я доберусь сейчас до тех самых 77%, и до той стрелочки, волны, мне нужно будет реально заткнуться и реально, так сказать, сконцентрироваться. В принципе, я могу это сделать уже сейчас, да, зачем зря тратить попытки. Так что, ребят, все, я молчу. Блин, неудачненько, неудачненько. Музон классный, музон кайфовый. Так что мы просто с вами сидим, слушаем музон. Это классно, ребята, да. Блин, а ведь там после фингердэша остается сколько? Уровня 2, по-моему, у меня сейчас открыто всего. Один из них это... А, короче, это, подожди, это Electrodynamics остается еще у нас. И... Блин, как же этот? Забыл-то. Прикиньте, забыл. Ну, демон, который. Забыл, как он называется. Ну да ладно, увидим потом, посмотрим. Ладно, ребятки, давайте снова пытаться молча это сделать. Вот давайте, ребят, прямо сейчас попробую максимальную концентрацию. И молча. Все, поехали. Угу, понятно. Блять, новый рекорд 80%, друзья. Вот, хоть по чуть-чуть продвигаюсь, знаете. Хотя бы сейчас этот момент со стрелочкой я прошел, но там просто не успел нажать в нужный момент вот на вот этом вот челике, который, блин, по стенам карабкается то вверх, то вниз. Надо теперь тот момент, ребят, заучивать. Теперь там надо предпринимать какие-то быстрые движения, быстрые попытки. Ну что же, у меня нету выбора, я просто двигаюсь снова туда. Бля, господи, как же это, что это такое, господи. Друзья, я уже не знаю, сколько попыток я сделал, но потратил, я уже, наверное, сижу здесь около минут 30 или 40 на этом уровне, просто вот так вот проходя раз за разом. Так, сейчас у меня уже 400 попыток здесь, хорошо, вроде бы кажется, что не так уж и много. Ребят, у меня какая-то проблема. Я вот когда вот эту стрелочку прохожу, у меня она хорошо причем приходится. Она проходится нормально. И потом вот начинается вот этот вот снова вот вверх-вниз, быстро. Блин, я в практике его без проблем проходил. То есть в практике я даже несколько раз оттачивал именно концовку, и все было хорошо. И почему-то сейчас именно в нормал моде я там все время сливаюсь. Я не знаю, я уже туда раз 20 дошел и сдох именно в конце, вот в этом вот месте. Вот где вот эти вот 80%. Сейчас рекорд 83. Это пипец. Я не знаю, мне сейчас опять, видимо, нужно идти в практику, тренировать этот момент, концовку. Ну, это пипец. Давайте вот сейчас просто один раз с вами еще раз попробуем. У меня немножко взгляд уже замылился, потому что я сижу, все смотрю на это. У меня уже реально все... Ой, господи, все уже плывет.
Вроде уже, блин, все. Весь уровень я уже выучил. Уже ничего не происходит плохого. Уже все кажется достаточно простым. А до того момента и вовсе здесь уже кажется все легким. Сейчас, конечно, могу где-то затупить, если... Ну, потому что я сейчас разговариваю, отвлекаюсь, вот. Все-таки я же прохожу молча этот уровень. Так. Ну и вот. Тут, в принципе, тоже... Все нормально. Ракету иногда бывает вот здесь, вот каким-то чудом где-то... Вот, блядь, вот... Сейчас просто подумал о плохом, блин. Сейчас не зажал, блин. А вообще, как бы, прохожу. Нормально прохожу, блядь. Вот эти вот 80-70%, блин. И все. И дальше начинается лютое ускорение. И я начинаю, блин, почему-то умирать там. Видимо, мало практики конца у меня. Надо еще проходить концовку больше. Не знаю, ребят. Сейчас посмотрим опять, что выйдет. Все, капелька капнула и полетели. Динозавр. Раз, два. Летим, отпускаем. Вот эта первая стрелочка, она нормально идет. Вот вторая, вот эта. Ай, бля! Друзья, прям при вас дошел снова туда. И зачем-то прыгнул вверх, блядь, 84%. Короче, я сейчас опять иду в практику, тренирую опять концовку. Я уже не знаю, блин, пройду ли я сегодня этот уровень. Но что-то он для меня прям действительно очень тяжелый. Ребят, ладно, я снова полетел. Ну вот, ребят, смотрите, я вот сейчас дошел до этого самого момента. И вот как бы моя задача сейчас оттренироваться так, чтобы я проходил вот этот момент, начиная от стрелочки до самого конца, как бы за раз. В принципе, вот вы сейчас увидите, что... Это в практике почему-то дается намного легче. Я не знаю, может, я здесь не так волнуюсь, как обычно, и все такое. Вот, стрелочку прошел. Все, поехали. Здесь хоп-хоп. Блять, вот почему? Вот почему сейчас я там нормально все сделал, а? Именно в практике, ребят, при вас сейчас прямо. Ну что это, блять, такое, а? Бля, ну тут да, тут, конечно, пиздец, там надо успеть нажать. Прям так очень-очень все близко. У меня, может, реакция не настолько мощная, да, для таких вещей. Блин, вот эта стрелочка, конечно, тоже. Иногда я на ней бывает врезаюсь. Именно, ребят, вот на второй стрелочке. На вот этих у меня обычно нет проблем, блядь. Но это я сейчас уже все. Я уже жестко плыву. У меня уже, блин, жопа горит от этого уровня. А, там же еще тарелка. Я уже реально, ребят, концовку забыл. Ну все, тут ничего сложного. Раз, два, хоп-хоп. Ну все, давайте не будем проходить сейчас, чтобы я не прошел, а то сейчас опять до сюда доходить. Я не знаю, ребят, мне сейчас опять... Я сейчас буду сидеть реально эту, блядь, концовку тренировать. Я уже не знаю, что с ней делать. Я, блин, хочу этот уровень добить. Тут осталось-то реально ни о чем. Я, блядь, из-за своей тупой реакции медленно не могу это сделать. Хотя вот сейчас, видите, вот сейчас все получается в практике. Но сейчас, когда я начну туда доходить снова сам на уровне, у меня ни хера не будет получаться, ребят. Ни хера. Ладно. Увидимся снова чуть позже. Поехал я. Ребят, я сейчас просто заволновался. Ну, блядь, я не знаю, я уж не сказать нечего, ребят. Я должен просто его сегодня добить. Я просто должен это сделать. Я снова поехал.
Бля, да что это такое? Почему час не подпрыгнуло просто? Бля, я просто крадусь вот под стол, вот по столичка. Ну, блин, видно, что то, что я точил концовку, все-таки помогло. Ну, блин, сейчас я уже просто сижу, волнуюсь. Бля, тут осталось сделать пару движений. Что это за бред? Я, ребят, не знаю уже. Ладно, все, снова поехали в концовку. Бля. Да, сука, да, да, да. О, я сделал это, я сделал это. Я прошел фингердэш, господи. Я не верю. Я не верю, что я это сделал. Ёб твою мать. О, это было очень сложно. Это был самый тяжелый уровень пока что, который я проходил. 470 попыток. Может быть, это кажется не так много, я не знаю. Да, на фоне, возможно, каких-то других. Но, ребят, здесь сложность в том, что во многих других уровнях у меня куча попыток уходила конкретно на начало уровня. То есть я умирал много в начале. А здесь же я очень много умирал в конце. То есть мне приходилось каждый раз, чуть ли не каждую попытку, проходить всю дистанцию уровня целиком, чтобы обосраться, блять, на последних 20%. О, я, честно говоря, думал, что уже все, я этот уровень сегодня не пройду, но я это сделал. Господи, слава богу. И что у нас осталось, получается, друзья? Давайте посмотрим. У нас осталось... Подождите, а я ничего нового пока не открыл? Вроде бы нет. Гексагон Форс, Электродинамикс. Клабстеп. Три уровня открытых у меня осталось. Остальные все у нас все пройдено, я так правильно понимаю, да? А, так, какой уровень мне там следующий советовали? Сейчас надо посмотреть. Ну, судя по вашим комментариям еще на позапрошлой серии, вы мне советовали, значит, после фингердэша пройти Гексагон Форс. Попытаться пройти. Потом только пытаться, может, Электродинамикс. И уже потом когда-нибудь Клабстеп. Вообще не факт, что я Клабстеп хоть когда-то буду проходить. Но сейчас мы знаем, что сейчас на уровне Гексагон Форс. Ну, ребят, как всегда, по традиции я должен посмотреть этот уровень хотя бы. Хотя бы посмотреть. Кстати, знакомая музыка. Там сейчас будет... Да? Такая вот. Веселенькая, по-моему. Ага, понял, ладно, идем в практику. Не услышать мне музыку пока что. Пока я немножечко не пойму, как этот уровень у нас сделан. Ладно, пройдем этот уровень в практике. А, подождите, у меня что? У меня авточекпоинты отключены. Пройдем этот уровень сейчас в практике разочек. Просто посмотрим на него, насколько он сложный. И хотя я думаю, ребят, что сейчас даже в практике у меня уйдет на него миллион попыток. Но ничего. Так, ага, ракета. Так, хорошо. Так, хорошо, ракета вверх ногами. Я уже забыл, честно говоря, как ее управлять в таком состоянии. Ага. Ага, ага. Хорошо. Хорошо. А, так, все, понял, понял. Тут надо вот так делать. Так, ну тут просто выучить, на самом деле, не так-то и сложно. Так, ну тут, блядь, вот тут просто спам какой-то идет, нет? Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну, вы меня примерно поняли. Давай, подпрыгнул, под... Пам. Да, блядь, а почему я не попадаю-то? Подождите. Давайте уберем одну меточку. Вот здесь поставим.
Подождите. Да, блядь. Перепрыгиваем. А, все, я там просто лишний раз нажимал. Да, блин, что такое? Так, пока я, подождите, пока не понимаю. Надо просто тут внимательно смотреть. Да, блядь. А, там точно надо нажимать? Или это, может, обманка какая-то? Ну да, ребят, там точно надо нажимать. Ну, ладно, что-то как-то вроде получилось. А, все, я понял. Это как у нас был уровень с такими же этими, похожими. С волной похожий был, где надо так же делать. Только с волной это было проще, а тут ракета, я не знаю. Воу. Так, окей. Надо это как-то облетать дело. Блять, можно я уже уберу вот это вот, пожалуйста? Да-да-да, вот так. Так, хорошо. Вроде пока понял. Так, хорошо. Я даже там увидел эти, на которые не надо нажимать. Ну, ребят, опыт он есть, опыт уже, да. Ого. Вот он, момент сложный, судя по всему. Так, подождите, а что мне тут делать? Если я ничего не нажимаю, я умираю. Нет, стоп. Блядь, зачем? Зачем я убрал? Вот тут меточку сделаем. А, то есть, подождите, смотри, вот я начинаю. А-а-а, все, ребят, я понял. Я понял, подождите, там надо смотреть на верхний. Не, подожди, я реально не понимаю что-то. Если я ничего не нажимаю, то у меня мой верхний врезается. Если я, получается, туда попадаю, то и там в какой-то момент нажимаю, не пойму в какой, то у меня все проскакивает дальше. Но у меня ударяется здесь колобочек этот мой. Ай, мне надо... Я понял. Мне надо успеть вернуться. Бля, ребят, все, я, кажется, догнал. Нет, я не догнал. Не, я не понимаю. Я буду на Ютубе, скорее всего, смотреть, как этот момент правильно проходить. Хотя, смотрите, мне вроде стрелочками показано, да, нужный момент, когда нажимать вот здесь. Но, блядь, почему он не нажимается? А, вот. Блядь, короче, да, это, ребята, это хардкор. Вот это хардкор. Я думаю, я все. Все, Geometry Dash на этом закончен. Я не пройду же это, блядь, место, вы чё? Ой-ой-ой, вы чё? Блядь, ну ещё эту не хватало херни тут, а? Я думаю, что на этом, блядь, я всё. Мой путь в Geometry Dash закончен, друзья. Я уже тут... тяжёлый уровень становится, блядь. Да чё это такое? Подождите. А там вниз нельзя упасть? Хотя ладно. Да, блядь, да хули тут так быстро-то крутится, а? Я ж просто не успеваю. Короче, до вот... Хуля... А куда меня выстреливают-то, блядь, так далеко? Да, блядь, а куда меня так выстреливают тогда сильно, а? Пипец. А-а-а. Все очень быстро и серьезно. Я понял. Так, здесь... Блядь, как здесь много перевернутых таких всяких приколов, а? Сейчас, ребят, я просто еще... Не сообразил. Ну ладно, здесь вроде не так все сложно. Блядь, как медленно, но при этом как тяжело. О, ребят, я даже не знаю, блин, как мне этот уровень. Я, конечно, попытаюсь его пройти, но я думаю, это будет очень тяжело. Учитывая, что он еще тяжелее, чем Finger Dash, который я сейчас проходил. А Finger Dash пока что был самым тяжелым уровнем, который я вообще пробовал пройти. Ну, я буду стараться, я буду пытаться, я не знаю, я предприму несколько попыток. На этом, друзья, все, мы заканчиваем серичку по Geometry Dash. Надеюсь, что вам понравилось. Если это так, обязательно ставьте лайк на это видео, поддерживайте. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. На этом все, дорогие друзья, с вами был я, Маклаксон. Всем большое спасибо за внимание, за просмотр этого видео. Всем большой удачи, хорошего настроения и увидимся с вами, ребята, в новых видео. Всем пока!